Время вспомнить то, что происходило 1 апреля в нашей стране, а именно в концертном зале «Минск» был первый сольный концерт замечательного дуэта пары Тео и Ольги Рыжиковой. Я там побывала, и вот сейчас вам все расскажу. Я так люблю просыпаться в свете солнечных дней. По чуть-чуть дайте. Да, по чуть-чуть. Буквально через считанные часы зал моментально заполнится. А пока последние штрихи к большому музыкальному действу. Самый известный дуэт на отечественной эстраде. Тео и Ольга Рыжикова решили 1 апреля вовсе не шутить и дать первый большой сольный концерт. Концерты случаются в Минске не каждый день, поэтому мы в таком хорошем, собранном состоянии. А я слегка все-таки волнуюсь, потому что Оля еще не успела погладить брюки. Нам очень, они впервые сказали в 2015-м, и мир принял в свои объятия не только талантливый музыкальный тандем, но и красивую пару. Чуть позже одноименная песня взрывает хит-парады, а клип «До дыр» на YouTube засматривают влюбленные всей планеты. Однако, если покопаться в книге жизни «Творческое сотрудничество», тогда еще Гюрьева, Щука и Дана, а именно под именем своей мамы Ольга Рыжикова открывала себе путь в большом шоу-бизнесе, началось немного раньше. Вот она, совсем юная артистка, 17 лет назад, робкая, ничего не подозревая о превратностях судьбы, исполняет знаковую композицию «Пока». Тогда музыку знаменитого композитора Леонида Ширина аранжировал Тео. Композиции «Пока» до трепетного приветствия новой истории любви именитой пары тогда оставалось ровно 10 лет. 2015 год дарит стране не только новую ячейку общества, но и сверхпродуктивный творческий тандем. В арсенале почти у каждого белорусского артиста есть песни звездных авторов. Но секрет такого успеха Оля и Юра формулируют кратко. Уступайте друг другу. И муж всегда должен работать чуть-чуть больше. В зале мы отыскали и родителей звездного семейства. Мамы признались, что в творчестве дети не советуются. Но на вопрос, какая песня любимая, ответили сразу. Нам очень, нам люблю тебя, и это точно. Волнуется перед сольником родителей маленькая Лера. Пока трехлетняя дочка привыкает к камерам, папа Юра и мама Оля уже готовы наградить своего зрителя за ожидание. После 15-минутной задержки концерт поющих ведущих разразился овациями. Ну что ж, мы готовы. Улыбки шире. Приветствуем самого лучшего публику в мире. В тот вечер сюрпризов, как и цветов, было много. Мне тут на днях пришла в голову одна музыкальная идея. Я написал небольшую пьесу для баяна. Давно не писал, прошу не судить строго. Тео ошеломил публику, укутав ее в гармонию авторского произведения. В реальном времени со сцены прозвучало больше 20 авторских композиций, среди которых именитый евровидийный чизкейк, правда, в новой версии. Какой сольный концерт без подарков, а именно своему зрителю нас тут представили несколько премьер, которые совсем скоро зазвучат из каждой радиоколонки страны.